Каждый москвич знает, что если выйти с Красной площади по проходу между историческим музеем и Кремлевской стеной, то не более чем через 5 минут можно оказаться на Маховой улице. По словам исследователя древней книжной Москвы Бориса Заболоцких, московские любители книг в 19 веке проделывали этот путь неоднократно в поисках новых приобретений. То, что нельзя было купить на Красной площади, неизменно находилось в книжных лавках на Маховой, куда мы сейчас с вами и отправимся. Маховая улица. Мало кто знает, как возникло это название. А дело в том, что в старину здесь располагался рынок, где продавался мох, им конопатили деревянные дома. Маховая издавна была связана с книгой. Ведь здесь находится храм учености, Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова, основанный ни много ни мало в январе 1755 года. Уже на следующий год после открытия Московского университета в 1756 году в московских ведомостях появилось объявление, как бы узаконивающее связь Маховой с книгой. Московского университета библиотека, состоящая из знатного числа книг на всех почти европейских языках, в удовольствие любителей науки и охотников для чтения книг, отворена была сегодня, июля 3 числа, и впредь имеет быть отворена каждую среду и субботу с 2 до 5 часов. Поехали. В том же 1756 году при университете открылась книжная лавка, в которой продавались классические авторы на латинском языке, учебники, свежие номера московских ведомостей. Стой. Два десятилетия эта книжная лавка была единственной на Маховой улице. Потом у нее появились конкуренты в лице переплетчиков, одновременно производивших на дому торг книгами. Один из них, Карл Зандмарк, жил неподалеку при ходе церкви святого Георгия. В последней четверти 18 века активную книжную торговлю на Маховой развернул Матвей Комаров, автор знаменитого на всю Россию авантюрного романа «Ванька Кай» и других не менее популярных сочинений этого жанра. Комаров обитал в самом конце Маховой улицы, возле Боровицких ворот. События Отечественной войны 1812 года внесли свою правку в торговлю книгами на Маховой. Во время пожара погибло здание Московского университета. Да и во всей этой части древней Москвы приключилось ужасное опустошение. Впрочем, раны, нанесенные войной, удалось залечить быстро. Одно за другим, напротив восставшего из руин университета, поднялись 2- и 3-этажные здания, образовавшие узкую, но не лишенную привлекательности улицу. Первыми здесь открыли магазины антикварии братья Шуховы и книготорговец Шульгин. У последнего было 2 лавки. Одна против университета, другая в доме Гусятникова, стоявшем напротив экзерцитгауза, как в ту пору именовался недавно отстроенный манеж. Подле них вскоре обосновался книготорговец с уже знакомой нам фамилией Бардин, сын крупного московского книжника Антона Бардина, прославившегося своими мастерскими подделками древних рукописей. Именно в одной из лавок на Маховой профессор Московского университета Роман Федорович Тимковский приобрел старинную рукопись, которая вызвала в ученых кругах бурные дискуссии. В этой небольшой книжице в 79 листов между посланием о допросе к царю-королю Максимилиану в лето 7084, 7085 и 7086 и статьёю о взятии царя Града в лето 1456 находилось никому неведомое сочинение.
песнь о победе великого князя Дмитрия Донского над Мамаем. Тимковский показал свою находку известному библиографу Федору Константиновичу Клайдовичу, в недавнем прошлом своему ученику. Внимательно ознакомившись с древней рукописью, повествующей о победе на Куликовом поле в 1380 году, Клайдович пришел к такому же выводу. «Песнь сия», – записал он в дневнике, – «подобно Игоревой, исполнена сильными выражениями, красотою слога и во многих местах столь сходна с первой, что нет сомнения, что сочинитель последний имел песнь Игореву образцом своим». В 1836 году в 34-й части журнала «Телескоп», издававшегося профессором Надеждиным, была помещена статья Чаадаева «Философические письма к госпоже». Ее имя он предпочел не называть. Власти нашли ее вызывающе дерзкой. В статье усматривалось поругание православия, приверженность автора к католицизму, злостные нападки на правовые начала, составляющие основу бытия русского государства. «Телескоп» был закрыт. Редактор журнала Надеждин выслан в Усть-Сысольск. Пострадал и Чаадаев. Его подвергли домашнему аресту и запретили что-либо писать. В продолжении 2 месяцев на Басманную, где жил автор писем, являлись доктор и полицмейстер для свидетельствования его умственных способностей. Другая книга, ставшая раритетом, датируется 1848 годом. Тогда репрессии властей обрушились на общество истории и древности российских, которое действовало при Московском университете. Поводом для гонений послужила публикация в периодическом печатном органе общества журнале «Чтение в обществе истории и древности российских». Сочинение англичанина Флетчера о государстве русском, в котором автор резко отзывался о московском государстве времен царя Федора Иоанновича. Отечественными библиографами, которые занимались делом Флетчера, было установлено, что цензурные расправы избежали всего 4 книжки чтений 1848 года. Чудом сохранившиеся экземпляры имелись у Погодина, Ундольского, Шелковникова и графа Строганова. В середине 19 века самым популярным среди библиофилов из числа тех, кто регулярно посещал книжный магазин на Маховой улице, стал магазин Улитина. Находился он прямо в здании университета. Владелец дал ему громкое название – «Магазин современной русской литературы». Старые книги, притом серьезного содержания, продавались на Маховой еще в одном месте. Вот здесь, на решетке университета. На широком парапете ограды раскладывали свой товар и мелкие букинисты. Торг их был немудреный, доходы невелики. Известны и имена некоторых из них. Крашенинников, Чехирин, Николай Небесный, Романчик. С большим трудом сводили они концы с концами. Заслуга этих букинистов состояла в том, что с их легкой руки Маховая в скором времени стала настоящим книжным гнездом. В 90-е годы 19-го столетия только в доме номер 26 напротив университета обитали 5 букинистов. Чернов, Трусов, Кашинцев, Кучумов, Фадеев. В соседних домах имели книжные магазины Карбасников, Карцев, Михайлов. Тон в антикварном книжном торге на Маховой задавал Иван Михайлович Фадеев. В книжную торговлю он пришел в 1895 году. Дело свое Фадеев повел энергично, с размахом,
заставив сразу же заговорить о себе. У него случались такие покупки, о которых потом долго вспоминали собиратели, а библиографы упоминали их в своих трудах. Взять хотя бы случай с вексельным уставом. В один из октябрьских дней 1900 года известный московский собиратель Дмитрий Васильевич Ульянинский совершает традиционный обход букинистических магазинов на Маховой и Никитской, заглянул к Фадееву с привычным каждому из них вопросом: есть ли что-нибудь новенькое? Тут же вместо ответа Фадеев вручил Ульянинскому небольшую книжицу, на обложке которой значилось «Вексельный устав императора Петра II». Заметив недоумение на лице собирателя, пояснил: да это книжечка «Конвалют». Взгляните-ка в конец. Тут стоит пояснить, что «Конвалют» значит сборник, искусственно составленный, из нескольких не имеющих отношений друг к другу изданий. Ульянинский заинтересованно полистал «Вексельный устав», и действительно открылся титульный лист еще одной брошюры, сплетенной с первой. Роспись оным книгам, которые поныне при Императорской академии наук в Санкт-Петербурге напечатаны и в книжной лавке для продажи находятся. Тут же была пропечатана и дата – 1735 год. Конечно, Ульянинский купил этот уникальный экземпляр для своей библиотеки. В 1913 году Фадеев выставил на продажу невероятный раритет – аукционный каталог библиотеки графа Бутурлина, отпечатанный в Париже в 1839-1841 годах. За бутурлинский каталог Фадеев запрашивал 75 рублей. Это было очень дорого. Дмитрий Васильевич Ульянинский страстно мечтал купить его. В его собрании уже было 3 книжки каталога Бутурлина из 5. Не доставало лишь первого и последнего тома. И вот сейчас этот последний том каталога Ульянинский теперь держал в руках. Но не платить же за него такие ни с чем не соразмерные деньги. Торговались долго, но, наконец, Фадеев сдался. Ладно. Пусть будет 50. И, обидно усмехнувшись, добавил: это все из-за вас, из уважения к вам. Вообще-то всякий каталог – вещь любительская, а любителей надо обдирать. Разобиженный замечанием антиквара, Ульянинский не купил каталог и долго потом не заглядывал в фадеевский магазин, до той поры, пока не достал аукционный каталог библиотеки Бутурлина у петербургского букиниста Котова. К тому же роскошный экземпляр, отпечатанный на толстой веленевой бумаге. Заполучив желаемое, он с торжеством занес свою записную книжку следующую запись: превосходный экземпляр этого редкого типа, выпущенного в 30 экземплярах, куплен мною за 40 рублей. И таким образом мне остается теперь только порадоваться, что книжный фатум отвел меня от простого и притом посредственной сохранности экземпляра сего каталога, продававшегося у Фадеева. В 1898 году Фадеев приступил к изданию собственных каталогов. С этого времени регулярно, трижды в год, он выдавал свои каталожные книжки. Почти каждая из них воспринималась как событие в книжном мире. Среди фадеевских каталогов есть каталог номер 35, отпечатанный в 1911 году и посвященный книгам по искусству, выпущенным Дмитрием Александровичем Равинским. Под номером 15 в нем значился фундаментальный труд Равинского «Материалы для русской иконографии». Он включал 12 выпусков, которые увидели свет в период с 1884 по 1891 год. Каждый выпуск содержал 40 рисунков. Он был опубликован крайне ограниченным тиражом – 125 экземпляров.
А потому неудивительно, что Фадеев запросил за материалы 1200 рублей, то есть в 5 раз выше номинала. Однако книга на прилавке не залежалась. Но кто купил это бесценное во всех отношениях издание, неизвестно. Труды Дмитрия Александровича Равинского ценились всегда высоко. Не в том смысле, что стоили они очень дорого, а в том, что этот удивительный человек был одним из крупнейших русских искусствоведов своего времени. Равинский с редкостным упорством работал над своим первым научным трудом. История русских школ иконописания до конца 17 века. Книжка вышла из печати в 1856 году. Интерес публики к этой работе был настолько велик, что уже через несколько лет история стоила на антикварном рынке 25 рублей при номинале в 3 рубля. Параллельно Равинский работал над другой монографией, посвященной русским граверам на металле и дереве. Из Германии от известного антиквария Мюллера Равинский как раз получил редкостный гравированный портрет царевны Софьи. Следует признать, что прижизненных изображений царевны Софьи сохранилось немного. Наиболее известное из них сделано Леонтием Тарасевичем. При Петре I, старательно искоренявшем саму память о Софье, почти все гравюры Тарасевича были уничтожены. Осталась только одна, да и та погибла в 1777 году. Правда, перед этим с нее успели сделать копию. Но и этих копий до наших дней дошло всего 3. Одну приобрел граф Толстой за 500 рублей. Вторая гравюра с изображением Софьи была в коллекции собирателя Лобанова-Ростовского, который заплатил за нее в свое время 1000 рублей. Третью же за счастливые 120 флоринов купил Равинский. Дмитрий Александрович Равинский в 1884 году приступил к изданию материалов для русской иконографии в виде отдельных выпусков. Каждый из выпусков включал 40 рисунков. В первый вошел и редкостный портрет царевны Софьи. Стоимость материалов с каждым годом только росла. В 1909 году никольский букинист Шибанов назначил за полную подборку из 12 выпусков 750 рублей. А уже в 1911 году другой книготорговец Смаховой, Фадеев, просил за нее уже 1200, и книгу все равно тут же купили. Если левую сторону Маховой улицы занимали в основном книжные магазины, книжные лавки, то правую – книгохранилище. Старейшим из них являлась библиотека Московского университета. В начале 19 века она насчитывала около 20 тысяч томов. К великому сожалению, все эти книги погибли во время Отечественной войны 1812 года. Сразу после того изгнания французов из Москвы началось восстановление не только сгоревшего здания Московского университета, но и фонда его знаменитой библиотеки. Пополнялся он в основном за счет пожертвований. Значительное количество книг поступило из Петербурга, от Академии наук, от многочисленных частных лиц, среди которых значились государственный канцлер Николай Петрович Румянцев, знаменитый мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн и Юрий Федорович Лисянский. Лишь спустя 20 лет ее фонд достиг прежних размеров. Этому в значительной степени способствовало приобретение крупного, почти в 20 тысяч томов, собрания барона Молля, которое состояло в основном из иноязычных изданий. Другое существенное пополнение – покупка библиотеки историка и писателя Александра Ивановича Тургенева. Наряду с иностранными книгами
Она содержала около 400 произведений отечественных авторов. Особую ценность представляла подборка сочинений иностранных писателей и путешественников России. В 1844 году от матери декабриста Муравьева была получена в дар весьма интересная коллекция книг. Она насчитывала более 4000 названий. В середине XIX века библиотека Московского университета имела свыше 100 тысяч томов. В последующие годы она продолжала увеличиваться, в основном за счет добровольных приношений. Немалый вклад в увеличение ее фондов внесли профессора Московского университета. Большинство из них, как правило, завещали свои обширные книжные собрания учебному заведению. Особенно ценным представлялся дар профессора, основоположника антропологии в России Дмитрия Николаевича Анучина. В его книжной коллекции, насчитывавшей более 10 тысяч томов, находилось, в частности, знаменитое радищевское путешествие из Петербурга в Москву. В новом здании, специально построенном для университетской библиотеки в 1905 году, собранию Анучина отвели целую комнату. Здание Московского университета, наряду с его собственной библиотекой, помещалась еще и другая, не менее интересная библиотека Общества истории и древности российских. Существовала она с 1805 года, но так же, как и библиотека университетская, погибла в огне пожара 1812 года. Восстанавливали это книжное собрание в течение всего XIX века. Его пополнению много способствовали первый председатель Общества истории и древности российских Платон Петрович Бекетов, пожертвовавший несколько сот ценных изданий, зарайский купец-библиофил Аверин, московский антикварий Ферапонтов. Направляя в 1815 году обществу в качестве дара крупную партию книг, Игнатий Ферапонтович Ферапонтов, в частности, писал: «Любя искренне свое отечество, его историю и все русское, все близкое моему сердцу, я издавна с великим старанием собирал все древности, объясняющие историю отечественную и просвещение народное. Не имея большого достатка, я на первый раз, по возможности, приношу обществу 500 рублей и 15 древних книг». Книжное собрание Московского университета и Общества истории и древности российских были неординарны и полны удивительных раритетов. Но все же не они на Маховой были главными библиотеками. Куда значительнее и по объему, и по составу были две другие. Библиотека Московского государственного архива Министерства иностранных дел, другая – библиотека Румянцевского музея. Музей этот занимал белокаменный Пашков дом. Основу книжного собрания Румянцевского музея составила коллекция государственного канцлера Николая Петровича Румянцева. В год его смерти она включала около 30 тысяч томов, в основном по истории России. В 1861 году Румянцевский музей перевезли из Петербурга в Москву. Переезд оказался весьма полезным, поскольку в ту пору в Москве не было публичной библиотеки. Уже в первые годы своего московского житья-бытия книжное собрание Румянцевского музея увеличилось почти вдвое. Оно было пополнено библиотеками Полторацкого и Ундольского. Обе были куплены, пожертвованы Александром Ивановичем Кошелевым 25 тысяч рублей. Среди последующих многочисленных поступлений в Румянский музей укажем только особо примечательные.
В 1869 году в Москве скончался писатель, музыкальный критик, князь Адоевский. Его обширная библиотека насчитывала около 6000 томов. И в том числе множество редчайших музыкальных сочинений, старинных нотных сборников, многие из которых сохранились в единичных экземплярах. Вдова князя Адоевского безвозмездно передала это богатейшее собрание музею. Сюда же поступил и весь архив покойного князя. Более 100 томов его переписки с самыми знаменитыми людьми России. Огромный общественный резонанс вызвало поступление в 1874 году в дом Пашкова библиотеки русского дипломата Сачкова, который много лет проработал в Китае. Ее приобрел за 25 тысяч рублей и пожертвовал музею иркутский купец Родионов. Это редкое и ценное собрание, составленное рукой знатока, имело в своем составе сочинения, какие отсутствовали в лучших книгохранилищах мира. Особую ценность представляли книги 15-го, начала 16 века. В китайском литературоведении эта пора именуется «Золотым веком». Даже в Китае эти издания почти не встречаются. Чрезвычайно щедрым был дар известного петербургского библиографа Неустроева. Он передал библиотеке Румянцевского музея в общей сложности около 20 тысяч томов. В начале 19 века в Петербурге жил академик Мартынов. Он собрал прекрасную библиотеку, но она погибла в печально знаменитом наводнении 1824 года. Что оставалось делать? Мартынов приступил к составлению нового. В основном это были латинские издания 16-17 столетий, иностранные сочинения России, Эльзевиры. После смерти собирателя его библиотеку приобрела группа букинистов, у которых ее перекупил Неустроев и пожертвовал Румянцевскому музею. Аналогично он поступил и с купленной библиотекой историка Кэппена. Она насчитывала более 2000 томов. Постепенно библиотека Румянцевского музея, вобрав в себя множество частных коллекций, книг и древних манускриптов, превратилась во второе по величине после Петербургской публичной библиотеки государственное книгохранилище России. Накануне революции здесь сберегалось почти 1,5 миллиона томов. И сегодня это уникальное собрание, которое в 1925 году было переименовано в Государственную библиотеку СССР имени Владимира Ильича Ленина, а с 1992 года преобразовано в Российскую государственную библиотеку, остается центром научной и культурной жизни не только Москвы, но и всей России.